Не знаю, что было, мне кажется, просто он не добежал. Ладно, если что, напишите, я звук вырублю везде. Без ГП старый. Один таргет? Ну так он по рейду должен. Ну или я просто... Есть такого или нет? Я сейчас пересмотрю. Раз перерыв, можно просто еще раз разролить, какая разница. Просто сейчас будут троллить только те люди, которые сролли. На лича замены будут? Пока перерыв, Показать, я подумаю. Показать, наверное, ролл без, это, без скриншотов. Ну, любой старый просто в рейд напишет он JRL, типа, кольцо такое-то тому-то и то-то тому-то. Все. Так делали скриншоты. Старый. А. Короче, я напишу, если мы просто скриншоты сделаем. На лича замены будут? Напиши там, что это гильд рейд. Я вот думаю. Я могу на замену. Лёха, ты тут? Да, здесь. Зайди, пожалуйста, раскидай, кого надо, кого не надо. Я отойду на 3 минуты срочно. Дай. А ты пианистом, да? Сейчас. Миликов дохуя, я думаю, Жеку можешь взять или... Там кто-то говорил, не лагает. Кто-то лагает еще, ну. Мне похуй. Я тебе даю пати, что не берется, не кидается? Клиент что-то. Блять, ауди меняются, только те, кому не нужно, либо лагают. Драгон, Женек, что-нибудь нужно? Мне нихуя не нужно. Женьку теренаска, но ему ее не видать, если она выпадет. А вдруг две? Старый ауди размыть, пожалуйста. В Раску и Зара. Лёха мутил. Сейчас, подожди, может. Уже размутил. Башка кожаная никому не нужна. Её даже не ролили тогда. Короче, я просто посмотрел, там не, он не долетел до человека. Просто от него отбежали. На тапках или на чем не знаю. А что, перерыв дали во время тикания сапрота? Видишь, зачем ты СС на танках повесил? Да какая разница-то? Я на хилов сказал, меня потом в смуту ввели, я уже не стал назад все хуячить. Там танк... надо было напалов кидать, которые этот боб кидает, надо было, чтобы и БР не тратить. Блять, тут 2 минуты осталось, ебаный рот, япончик, у тебя есть помощник? Я пошел, отойду, пианиста возьми в пати, пожалуйста. А ты на пали пойдешь, Лёха? Ты здесь? Дошел. Леха, ты здесь, слышишь меня? Япончик тут? Да. Поставь перед ногами вот этого моба метку центральную. Я Чем? Есть, ты тут? Надо, чтобы да, здесь. Я тебе писал то, что мне надо будет отойти в ПМ. Ты добро дал, то бишь мне сейчас минут на 20-30 надо срочно отойти. Где? Дайте порт. Не могу, у меня сейчас заблокируется модификация. Кто-нибудь другой поставьте, пожалуйста, мне релок. Прыгай вниз, встанешь духом, там есть портал. Джокер злой тут? Да, стоит порт. Че там? Поставь метку, у меня забагается интерфейс. Перед ногами вот этого Тириона поставь, пожалуйста, центральную метку. Кто танчит лича? Карина.
А зачем ты на шаркарей метку ставишь? Их чип не видно? Каких шаркарей? Лёхич, ты будешь на личе или нет? Зачем? ДК же есть там? Не, я просто спросил, хорошо. Войт, я тебе пома даю, звездочку на себя повешаешь, поводишь, ладно, по комнате? Да, да. Так, пока тут. Медведька, ты сова? Да, две совы уже. Вот она во время... Карина она... вместе с Войдом танчит. Сова, ты в ретро. А ты, Вага, любишь, да, комнату водить? А, Вага, я тебя не заметил. Друг, конечно, на тебе тоже помог. Давай тогда вот это. Мне без разницы, кто будет водить. Да я не обижусь. Поводите, пожалуйста. С зельем морозной спячки или как вы? Че, все, перевод закончился, пулять? Да, сейчас я, Лёха, закончу спать, чек. Бафта, я уже... Симон! Кават, заходи. Давайте суммоним народ, я рыбу поставлю, фул рыбафы. Я так понимаю, будет на боссе, да? Брун на босс. Карина? На угу. Вот смотрите, я вот так зажал. Нормально телек, не мешает? Я через голос буду делать, чтобы да проще нормально, было. Нормально. Что там, две роги? Старичок, все хорошо. А рыба есть? Да, я сейчас поставлю, присумайте все. Чё-то хп не хватает. У ромба ставлю рыбу. А у нас хилы в Т5, да? Мосса в коте, походу, еще ФК. Мимо, конечно. Меня никто не предупреждал. Чек на ФК. Чё-то хп не хватает. А клика нет на хп. Старый, перед комнатой обновишь метку, она спадет. Конечно, не хватает, у тебя премиума нет. А, блин. Какую метку обновить перед комнатой? Когда в комнату будет засасывать, метка спадет с человека, обновить надо будет. Я им помощников дал. Да ты и так затанчишь. Я думал, 50к моих. Мосса, ау. Троих нет. Ну так а чё, если хилы в Т5, чё мы одних у сапроты пьём, да? Сапроты пьём, да. Хилы не. Когда этот момент настанет, что мы все одеты и не пьём сапроты? У нас только нынче 5. Когда контент этот закроется совсем. Можно флот убить? Я орать не могу. Мосса, спикнись, пожалуйста, в эрдру. Женёк, ты зашёл сюда? Джокер, ты тут? Джокер, хавайте рыбу. Еще один чек на готовность. Мосса, чего не хватает? Брун. Ману, блядь. Вижу. Можешь принять сразу. Что, ты релогаешься? Ага. Понял. Мосса и Брун. Как будете готовы, скажете, я запускаю. Да и что? Ты без того премиум затанешь. Какая старая? Подойди, мне еще не отписали. Точнее, не сказала. Карина. Я
Ребят, давайте не тупим, пожалуйста. Убьем сейчас и разойдемся. А, Джайна. Т5 нельзя тупить. Мы еще Джайна можем. Минус там... распылить. Тем более. На один пол Джайны точно. Карин, долго? Кстати, вот да, вот такая идея хорошая, чтобы не наказывать за ГП, просто берешь и распыляешь свою шмотку. Угу. Ага, Лича сначала, ну, убить. Только практика показывает. Может все печально быть. Еще один человек делаю и запускаю. Все, запускаю. Все, Петя сотрут. Хилы не забываем про дисплей, 3 секунды даем человеку. Дисплейщики, точнее эти, на ком чума, смотрите повнимательнее. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки. Я по анонсу все. По возможности. Ты идешь через эти мучения сам. И будешь молить. Но я не буду слушать. В огонь на тьму сменить. Ловушка 5 секунд. Да-да. Опять. Чума коват. Или коту. А коту. Выйди. Рано диспелить. Говорю, дайте 3 секунды, ребят. Добежать. Да. Старый, понанси ловушку. Хорошо. Чума 5 секунд сейчас будет. И ловушка сразу. РДД. Моса. Чума. Ловушка будет. Милики. Не бегай, Карин, так близко ко мне. Чем опять? Ловушка РДД, коват, чума. Спойли. Чума есть на этом? На мелком. Блять, чуть-чуть отведи ты от ловушки. Убили флот. Сейчас будет чума тоже скоро. Не прослакайте через 5 секунд. Ловушка РДД. Чума на Талдораме. На рам. Талдорам, блядь, Чикалю, подбеги. Талдорам. Чума. Есть, есть. Перефаза, готовимся. Чума есть на Шакале? Да. Все, на перефазу ушли. Рынжу возьмите и в рейде не стойте, на ком будет эти. Уберите Шеркаля. Давай гимноману. Гимноману. Линера давайте. Гемного забирай. Ты ебаный в рот. Веди духа сюда, он есть. А мне тут чума. Кто не прием? Она кончилась. А сферы слабо, играем быстрее сферы. РДД по сферам. А уешьте побольше, блядь.
сил накручивать. Здесь, конечно, перефаза скоро будет. Накидывайте, накидывайте. Пересы. Сферу разбить. Сферу добить. Перефазы. Ой, блядь. Сейчас все долбим этих проверков. Черкаль, гнева. И под плащ босса встаньте. В одну линию. Вали 5 секунд. Так, я в ромбе. Хилы анонсите себя и Локи тоже. Но не трогайте. Что за код там бьет? Осквернение 5. Разбежались. Разбежались осквернения. Геры, заливайте духа. Заливаем, заливаем, шаркаля. Смежная будет сейчас. Под спину. Подходите, ребята, отходите. Малый круг, разбежались. Отошли все от Джинка. Или кто там был в Т5? Все, подплачивай. Быстрее по рампу, быстрее по рампу. Стали в одну линию. Блять, какой лок? Локи, анонсите себя. Ром, кружочек, быстро. Станы раздайте. Сначала оскорнение. На малый круг. С центра уйдите, с центра уйдите. Оскорнение Ауди. Возвращаемся. Все, под плащик встали. Сейчас вальки будут. В одну сторону желательно. Локи, хилы, аносите себя. Все, валяк, стали долбить. РДД на малый. Еще рано. 7 секунд. Разбежались. Сквернение. Под валик не вынесете. Осквернение на роге. Хилрей. Все сбежались, под плащик встали. Вали сейчас. Под плащик. Поравни. Вальки сейчас будут. Осквернение 10 секунд. Все, вальки схватили. 5 секунд до осквернения. Разбежались. Кружок хил, кружок хил. Осквернение. Отнеси, куда, куда, куда под валю, куда под ромб? По рамбу быстрее, блядь. Стан, стан. Еще один стан рамбу дайте. Кружок хил. Да бьем мы, бьем тебя. Ты, блядь, 4%. Сразу же выходи оттуда. Я буду чего. Ничего, нормально, бьем. Разбейте быстрее. Медведоешь, еще раз так вынесешь. Осквернение, 5 секунд, разошли. От меня отойдите. 5 секунд. Осквернение, Веровольф. Нормально. Молодцы, под босса, под лича. Валик, долбим, долбим. На Карину квадрат дал, на ней может быть лужа, она вылетела, смотрите. Осквернение, 7 секунд, разбежались. Под Валю не выносить осквернение. Медведоёж тебя касается. Можно трусы с рамбом побить? Тенчик рулит. Станы дайте. Стану в трусы. Быстрее. Нормально. Бьём лича. Вали, 4 секунды. Вали, вали, вали. Быстрее в центр подбежали под плащик. И осквернение сейчас через 5 секунд. Разбежали. Осквернение 5 секунд. Осквернение, осквернение на далке. Все. Ну. Вышли быстро оттуда. Кто прыгает в луже?
блядь, что? Верхим. Ждем, пока пропадет. Следующее осквернение вот туда вон. Где вход к плечу? Туда выносить. Сейчас будет уже вальки и осквернение. Их надо только... под спину. Под спину. Отойдите, смешанно сейчас будет. Готовьтесь нахуй. На крайний вставать. То Валя скинет. Осквернение, Джокер. Дим, нахрен. Дим. Трусы не трогать. Трусы не трогать. Я могу сказать, что могу. Переводи. Так, БР, раздайте Ауди и не Роги. Не раздавайте, подожди, сейчас меня сбросят в рестницу. Только... Оскорнение 5 секунд, на малый круг встали. Хуй, кто отхилит. Только сами не вставайте, когда в комнату затащат, тогда встанете. Отдайте по присту БР, по Ауди. Я под спину. Мосса, присту БР, только пока не вставай. Шам, сам встанешь. Вервульфу БР дайте и второму Роге. Мне вставать или нет? Скоро перепался. Сейчас в комнату уйдут они. Топнули плечо. Будешь долбить босс. Я для перебила, ДЦ будем поднимать? Я ж сказал, да. Сказал Мосса, ДЦ подними. Потом Тимбыч подними Вервульфа. А танка все отошли? Пока тут подними второго Рога. Я в вальке еще. Кружочек добили. Медведька Локи подымешь. Сейчас Вали, да? Будут. Вали будут. Вервуль, ты где? Быстрее переводи. Быстрее. Я сквернение. На малый круг встали. На малый круг. Ноль два. Заебенек. Куда Лича? Трусы их вырвешь. Жоп стан. Четыре, да. Обойдете по той стороне. Дох. Стоп, хил, падайте. Падайте, падайте, залу потрай. Бля, покурову были. Это нормально, если бы осквернение не разлили. Да, осквернение. А что ты говоришь, из лужи не выпрыгиваешь? Вот да потому что, когда ты прыгаешь, ты ее разливаешь. Типа пиздато поговорили. Стоп-флот. Да, правильно, япончик, стоп-флот, у нас РЛ старый. Так, блять, пожалуйста, можно будет старый только говорить? Я понимаю, япончик, ты хочешь помочь, все заебись, но пожалуйста, мол. А в чем прикол? Смотри, я вижу, что сова выносит просто под Валю осквернение, прям впритык. И там он еще раньше бегает, и она растет. Потом еще хочет поговорить, помимо старого. Так, третий, Вага, не заметил, кто третий служит? Медведька. Ауди. Что-то я не помню, что... А, я, да, где? Прыгать начал. Ты. Еще одно тело было. Еще одно тело. Карин, я хочу поговорить. Давно зайдешь? Не ходил с вами, блядь. Ну что это такое, блядь? Меньше танков ДД-шары наносят урон. Это что за хуйня? Я просто раньше ходил, меня не было 2 недели. Мы бьем его, бьем. Когда он, сука, перейдет на фазу, я уже хуй его знает. Чё за хуйня? Где урон, бля? Вот там меньше урона, чем у танка. Ням, твоих людей урон меньше, чем у танка. Вы чё, дрочите нахуй на Лича? Ебанулись, что ли? Нямка и сова. Медведоёж, которая... Меньше, чем у Бруна ДПС. Так, Брун вылетел хрен знает когда. Кстати, да. Бля, так бы ещё и Тим Бич бы стал дыравом, скорее всего, ниже бы. Ну давай шмот посмотрим. Так, друиды, смотрите, у вас здесь толпища просто. Я вам говорю, Инера, пожалуйста, КД сдавайте, будет проще. Намного проще. Там они... А, есть? Если они сели там, например, на процентов 15-20 по мане, уже можно отдать. Тут столько нет, этих кирпичей, столько бегать вниз. Блять, 6000 ДПС и 7000 ДПС. Я?
А в чем механика лужи? Что-то я понять не могу. Почему прыгать нельзя? Кто мне это толково объяснит? Когда я же когда в ней не нахожусь в прыжке, она же не стакает. Я бы не стал сейчас эту тему заводить, потом как-нибудь. Давай не будем про лужи. А чё, блядь, хилы в ДД спекнутые с 260-м этим левелом на личах ХМ в рофлите? Тут, блядь, на обычку такого не берут. Ну как бы дохуя вагонов, блядь, я просто не знаю. А чё ты видишь, кого поставить вместо них на замене, скажи? Блядь, ну пускай хилят. Ага, пойдём 7 хилов, зашибись. Малдазаров он есть, он даст. Который дамажит ещё меньше. 13 када у нас у Кея. Так, куда у нас вылетел ДЦ? Лужа разливается, ребята, от количества человек. Если в ней много человек, она быстро разливается, а не того, что вы прыгаете, блядь, в ней. Да, все. Я и раньше всю дорогу в ней прыгал, нихуя не было, блядь. Луж дохуя было, потому что босс, блядь, очень медленный. Просто в чем весь прикол? Если вы сразу не выбегаете, она разливается на весь рейд. Вот и все. И неважно, прыгаешь ты или бежишь, что там придумали, блядь, такое? Прыгать нельзя. Да будьте в чате написано. Прочитай. Получается два стака, и ты бежишь и прыгаешь. Давайте потом попиздим после РТ, окей? Поставьте шказу, сумонки ДЦ. Всю ХД, короче, плудить заебали. Следующий косарь бонус за лужи, за всякую хуйню там. Запиздёшь, ДС. Ну, запиздёшь ещё по пятихаточке. Чисти сразу косарь. И у меня еще вопрос, какого хуя муты снимаются? Я не трогал мут. Ни один. Так, у Драгонсона есть звание замгэма, он сам может тебя снять в дискорде. Еще раз рыбу поставил, кушаем, кого нет. Чек на бафы на готовность. Драгон, чего не хватает? Нет, ни лапы, ни инты. Лапу инту дайте. Драгон по готовности плюс чат ДЦ тоже. ДЦ, все дали? Да, все. Все запустил. Сопроты, смотрите свои перепети, кому надо. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Вы будете сваливать все на других людей? Ледяную скорость и сдаться на твою милость? Еще раз говорю, Вальки, кто Локи и хилы оносите себя. Вас локов не трогают, хило в первую очередь бить. Да, Саня, все нормально, ты не обижайся, ты не молчи, я могу прослакать, где там кто-то что-то сказал. Просто флуда много было, каждый шаг ты не надо и наносить. Если увидите, если хилку где-то в вальке, это, блядь, это не флут, скажите, если я не замечу, или он промолчит. Чему соображаем, побыстрее носим, ловушку через 5 секунд. ДПС даем. Мили. А, нет, РДД. Салаж. РДД. Чума, сейчас готовимся. Ловушка мили. Чума, нумка. Ловушка сейчас. Мили.
РДД перебежали тоже чуть-чуть. Ловушка и чума была. РДД. Медведь. Чума. РДД. Мили. Чума просто. Мили. РДД. Чума сейчас будет. Чума, старик, бегу. Успел. Сам приход там. На перефазу. Чума на шерпале есть? Все есть, все умерло. Диспел. Я увидел. Все чисто. Гневного заберите. Выйди из рейда, хил, пожалуйста, чуть-чуть. РДД, сбивайте шары. Под мордой не стойте, оставь. Следующий гневный в рейде бегает. С рейда, выйди, пожалуйста. На две сферы на миле, так отойдите. Третьего на пульте на мишку. Сейчас перефаза скоро будет. Шары долбим, сейчас перефаза будет. Побежали. Добейте, добейте шар. Все, гневного добили, под лича стали в одну линию. Готовимся к вату. Равни, равни, в одну линию. 5 секунд, вальт. Луки, хилы, пишите, аносите себя. Все, погнали, урон по валькам. 7 секунд до осквернения. 5 секунд, разбежались. Внимательно смотрим, на ком осквернение. Дыр-дыр. Все, валик разбили. И под босса встали. Следующая почти смешанная. Да-да-да, наверное. 5 секунд вальки, через 10 секунд будет осквернение. Готовьтесь. А сейчас вальки схватят. 5 секунд осквернения. Разбежались. Разбежались, разбежались. Ковар. ДЦ в печеньке. ДЦ, печеньку дали. ДПС. Трусы стан. Смотрите, трусы уходят. Стан дайте трусам. Дайте, дайте стан трусам. Лились трусы. Еще один потом стан дадите. Давай, давай, быстрее, быстрее. Осквернение 5 секунд. Разбежали. Разбежались, разбежались. Осквернение, ну-ка. Все, все за босса. Повразку БРнуть можно, он здесь появляется. Могу поднять. Давай ты, поднимай. Под плащик уровненько встали, под плащик, ребят. Все, бьем, бьем, бьем. Есть время. Лилися. 10 секунд до осквернения. Разбежались, 7 секунд. 7 секунд. На пути валик только не разлейте. 3 секунды, сейчас осквернение будет. И сразу сбежались на Вервульфе. Дали ДПС по валькам. Все, молодцы. И лича, лича в центр. Сейчас почти смешанное будет.
Стали. Бальки через 5 секунд и через 10 секунд сразу будет осквернение. Больше дамага дали. Все, 5 секунд до осквернения. Йобу дали на малый круг. Это минимум. Пока тут освивались. Все, молодцы. Встали, как плащ. Хил трусы. Вальки, разбейте, Валя. Стан дайте, не упустите. Кружок вообще печально у нас. Дайте по нему стан. Быстрее, осквернение сейчас скоро будет. Разбежались, осквернение 5 секунд. Оскренение Локи. Все, ушли оттуда все. Под босса встали, под плащ. Прям ровненько. Сейчас валички у нас пойдут. Больше дамага, ребята. Все, Валя долго. Время есть еще. 5 секунд до осквернения. Разбежались. Станеры, сильно не бегите, чтобы дать стан. Смотрим. Талдара. Все, съебали. Это, давайте, ребят. Больше дамага. Не упустите. Переводим уже. Перефаза сейчас будет. Еще 7%. Еще процентов много. Вижу. Я на вальку посмотрел. Бить. Готовьтесь. Сейчас будут вальки. Их разбить надо. Осквернение через 7 секунд. Разбежались. Потом фул дамаг Валя. Осквернение. Готовимся. Денчик. Все, погнали, все, Валя. Я потом могу вступать. Там дайте трусану. Те, кто в лужу летит, тоже. Больше дамага. Денчик, дайте ВР, медведь. И инера, и бафы сразу. Сейчас вальки будут под плащ, встали, в центр отбежали. Быстрее. Вальки сейчас будут. Осквернение. Смешанное, разбегите, смешанное. Смешанное. Кават. Разбежались. Кличу бежим. На край бежим, 0.5%. На край бежим. Захил. Захил Локи. Бежим, сейчас перефаза будет. Дал Т4. Все, перефаза. Мосса, подымешь Иршаму. Тимбыч, потом Локи подымешь. Когда перебежим. Он там далеко, в Локи. А Иршаму можно сейчас, наверное, поднять. Если в доступности. В центре. Тогда все, пусть лежат. Мосса, Иршаму, Тимбыч, Локи. Как только все их подымут, бафы дадут. Сферы РДД долго. В принципе, милики, нормально долго. Акцент на сферы делаем, РДД. Про БРы не забудьте и про бафы. И на раз сливать их. Все, перефаза скоро будет. Про БР шары долбите. 2 шара, ребят. Быстрее. Сразу БРщики пошли. Все, встали. Бля. В комнату. Кидайте, вон, смотрите, за звездой все. Че, БРнуть не успели? Нет. Совы, давайте по очереди своего звездопады. Определитесь там. И помогайте РДДшники бить. Тимбыч, бегаешь, хилишь. Совы после звездопада по возможности тоже. Лучше бейте, короче, боссов. Не надо вам хилить. Вон коты пусть хилят. Вот им. После выхода готовьте сразу к осквернению. Тимбыч, подымешь мне Локи. А Ауди пусть подымет Брун. А, у нее ТД. ТД, точно. Пока тут подымешь Ауди. Хотя, ну да, подымешь. Разбежались. Оскверняшка.
Все, молодцы, встали за босс. Дамажим. Поднимите мне ауди, пожалуйста, и локи. Все, фул рыбаха дали, пожалуйста. Больше дамага дали. Все, давай, ребят. Осквернение через 7 секунд. Разбежались, 5 секунд. 2 секунда. Оскверняшка, старикашка. Все, я вынес. Под босса. Комната скоро будет. Дамажим. Духи. Когда перебежим за лича, бегите. Прячьте за лича. Все, в комнату идет. Сейчас все за звездой. Кто может подхиливать, подхиливайте. Остальные все играют. Кроме сов. Совы конкретно на духах. Побежали, не отстаем. Как только по духам жопа, один звездопад отдал, под второй. Сразу два не сливайте, ребят. Напоминаю, осквернение после выхода с комнаты. Даже если оно сразу не будет, все равно разбегайтесь. Там через 3-4 секунды оно даст. Ой, что сразу. Жопу. Духи, вон летят, ребята. Сейчас будет выход с комнаты. Готовьтесь. Разбежались. Вон осквернение прям. И к личу бегите, вы под духом. Сразу к личу. Даже за лича. Угу. Отхил, Рэй. Больше дамага, ребята. Дали жару. Он уже наш захрапела, как на боссе где. Дим на ману прочитайте. Сейчас скверняшка будет. Блять, да гуям пиздец. Подальше. Да, а скверняшка на кресте. Побежали за лича, ребят. Давай, на ману. Все то же самое, ничего нового. Все, побежали за звездой, побежали. Помогаем духов. Осквернение там поможете проносить? У меня что-то не идет, я по времени ориентируюсь, если у кого-то есть. Может такое быть, что перед духом не надо. Ну да. Давайте все, что есть, мочи сейчас по ДПСу. Скоро берса. Смотрите. Оскверняшка. За лечом, прячемся за спину. Давай, больше дамага, ребят. Карина, много не хлопай сразу. Можно Геру, да? Хотела. Ходим. Скремнение сейчас будет через 5 секунд. 3 секунды, разбежались. РДД дамагает. Больше дамага, ребят. Все, на край вынесли. Прятали за лича. Не станьте в осквернение. Давай, 8% скоро берса. Давай, нямка. Да есть, кстати. Я после встану. Да, после встань. Во время. Мид. Еще больше ДПСа. После комнаты, скорее всего, будет берса. Прожимки все отдайте, пожалуйста, когда с комнаты выйдем, чтобы не убило никого. Там 2 минуты до берса. Давай. А, 2 минуты? Да. Меня показывает просто. Тогда все тут нормально. 17 минут. Элен встал? Дамаш этого, да, хорошо. Да. Дух долетает. Помогите Соло. Видимо, КД. Поднимайте, Рейс. Духи.
Не забывайте после появления, что будет осквернение сразу после комнаты. Рассыпную. Сейчас будет выход с комнаты. Дух бежит, вышли, разбежались. Осквернение, Брун. Все. Добиваем вас. Залича. Духи сейчас полетят. Давай, молния. 7 секунд осквернения, разбежались. 5 секунд. Вот, магиотика, да, хотите. Я шукиви. Чё, старый, там сейчас теренасочка. Да хуй он упадет. Все, ладно, всем удачи, ребят. 3 теренаски, ребят, 2. Сундук не открывайте. Ага. Ты зайдешь, да, Лёх? Лёх? Я. Не ты? А, кстати, там бабка пицца. Кстати, Ревковая же надо кому? Вино вижу. Арбалет нужен кому? Да, Ревковая пишет, да. Арбалет. Тут Вару. Нет компу. А, Вару. Вага не этот. Я на своего ханта, короче, Вага тогда дуй, если попало зайдет. Там Рога хочет. А, Рога? Ну тогда все. Сундук так, никто не трогает. Так, Аркус нужен кому? А, надо, окей. Типа, что еще нужно? Лёхи, может ты зайдешь на ДК? Я тебе отдам лутера или что-то. Глора надо кому? Не. Окей, прилив нужен кому? Да, плюс описали прилив. Ну что ж. Коняшка нужен, коняшка. Весь лот нужен, да, я не буду заходить. Понятно. Так, что там за лича? 1000 даю, да? Или 500? Сейчас Маха взлетет на пало, суманется и это, да. 500 за лича, ты чё? Я понял, я уже забыл. 1000 это за Джайной. А, суммарная, точно. Так, в принципе, я правильно понял. Сейчас никто к сундуку не подходит. Лагу суммоним и открываем сундук. Да. Угу, хорошо. Джай, ну сегодня бьем или завтра? Да, хотелось бы. Вообще, РТ, по идее, закончилось. А вторая ката? Вторую кату второй? Сейчас никто не уходит. На вторую кату идем сейчас все. 10 минут, 15 минут времени, ничего страшного. Поможем согильдейцам по Шурику. Можно я в вашем рейде второй каты буду собирать голмаги Гер заодно, чтобы время не терять? Конечно, можно. Я тебе РЛ отдам. Собирай. Гром маги Гер. Слушай, что там? Зайка спит моя, я, наверное, с тобой пойду скажу. Угу. Там мне последнюю печеньку заберу, Анрола. Субботу, воскресенье тоже буду в 4 часа собирать. Да ты бы же ты опять забрал, дешевле в пышу. Да, блядь, перчи неосвещенные, хожу 245. Ну, так забрал бы сразу 5-е. Пятый, у меня 2 куска лежит, но воронок нет. Забери еще 2 кирю, сразу 4. Дайте Герушину. Вот так легко, говоришь, забери. Это надо проверить еще, чтобы забирать. Только 2 человека дамажа. Все остальные, блядь, сакали. Блядь, я не могу и рылить, честно. И то вроде там чуть-чуть на ДПС. Ну почему? Ну крутой ДПС, вон, 10 мест, 12. Ну вот, ебать. Хотя я, когда и рели, у меня на 1005 точно меньше. Волдазар, Роге нужен арбалет, так что рассчитай. Очень сильно много внимания на все и, блядь, на кнопки забываешь нажимать. Да и Армсвару, если что, берется дать арбалет. Так, чё, Вага, офася, ждем Вагу, к сундуку не подходим, суммоним. Это, шкаф поставьте, пожалуйста, вижу. Чё, ебучая теренаска, выпадешь ты в этой жизни? Да по-любому сейчас теренаска выпадет, включаю. Уже сколько можно издеваться надо мной? 2 теренаски сейчас выпадет, блядь. Чё, Вага зашел? А ему напало надо было, что ли? Он за золом.
ну давай. Точните. Че, я тебя сумоню сразу открываю, да, чтобы ты не пойду? Или как там сейчас? Эта схема происходит. Все, я открываю. Ну, с бога. Ага, хуй сосать. Зов Вага, ГЦ. Первый знак выпал на Вара. Охотнику и шаман. Витриоз, сучий глаз. Хочу это точно. Ой, а чё я отказался-то? Я хотел тоже на вовские пароли. Ваги надо. А чё тут? А с Вага ничего не нажал. Потому что он не видит. А, так а чё, как быть-то? 7-я пати. Забираешь себе, потом ему передаешь, да, через трайд. Если Вага ты родишь как на лов, то там еще 4 человека. Да, еще 4 как бы. Сколько у Ваги выпало? Здесь ковать 74, а нет, 76 женек выкинул. Здесь ты забираешь на мэн. А, на мэн, ну все, я тогда себе кину и тебе отдам. Стой, пока не перекидываю, на заста вылетел. Ну когда не словил? Да не, просто что, может, если передавать из сундука, а когда его в инсте нет, то может не получится. Самое обидное, что я уже кинул, вот я кинул, и ты сказала. Тыкните. Кинбыч на вовспек, это пуха? Блять, я не ту кнопку нажал. Япончик, на 10 тебе отдаю. Этот, отдай Тимы, начисли. Кому отдать? Тимы, чё и начисли. Да, а чё, я случайно ж говорю, нет. Он на вов спек нажал, он не мэн. Я япончику отдам. Так, Вага, на тебе штуку эту. Сам себе ГП начисли. Я пока другой вот разролю. Так, вот эту хуйню. Рольте пару, ладно. Старик, кинешь за меня ролл на коня. Ага, хорошо. Блять, там же конь, присумуйте, пожалуйста, обратно. Так, 88 пока. Ты не сролишь, будь товарищ. Так, осколок, япончик. Тыкните на сумму. Чё, япончик, сколько осколков? 13. А ты говоришь, не соберу, не соберу. Он уже радостно сидит. О, сколько? Не, ну я довольный. 13. Это не факт, что ты будешь дальше собирать. Так, смотрите, я первый ролл кидаю за себя, второй кидаю за этого, за Лёхича. Ну давай. Да ну я ебал. Походу, ебаного коня никогда не буду. Блять, давайте за ГП его заберем. Я ебал. Нихуя не выиграл. Медведь выиграл. Я 88 кидал до этого. За Лёх. Не, все правильно же. 87 выиграл, он все. Он еще новенький в гильдии. И что ему давать? Нет, Лёх. Веровульф второй. А, нет, там перерывал с Брун будет. Маги, дайте в Долоран, пожалуйста. Лёха, а ты тут? Ну, типа, нас не давали просто и 20 кп. Дело не в ЕП. Лёша. Раз 5 убьёшь, Лича? Скорость. Лёша. Съебись, он вовремя ушёл. Не знаю, ГМ... ГМ отсутствует, я пару лады. А кто выиграл? Я не буду такое решение принимать. Вон Вага есть. Зам. Вага, чё? Отдаем парол. А кто выиграл? Выиграл медведь. Сейчас бы вагону коня отдавать. Не, ну, не, ладно. Не надо. Не лично, надо личное мнение. Тихо, можно? Сейчас в двух словах, Вага. Здесь есть конь. Карина говорит, что коня обычно те, кто пару раз его убили или один раз там пару стареньких. Я тебе говорю, медведь выиграл, он новенький. Дальше идет Беровульф и Брун. Будет у них перерол. Пускай перерол. Новенький, блядь. Ну все, он зам сказал. Я как бы... Вот да, в смысле, Твин, у нас отдавали ты нам коня?
Вот эту шмотку кидаю. Вага, если она ходит в этом рейде постоянно своим твином, похеру. Лёх, я правильно на перерол кинул? Это то же самое, что я своим ДК могу, блядь, этого коня спокойно. Лёха, ты мне скажи, мне медведю отдавать или правильно перерол Вервульф с Бруном? Перерол? Этот. Конечно, перерол. Я понял. Человек, кто выиграл? Роли или нет еще? Еще нет. А, тогда ждите, я заново кину шмотку сейчас, погодите, ничего не делаю. Не, это в первом рейде, ладно. Я про первый рейд, да. А те, кто ходит винами, помогают во втором рейде, окей. Давайте. Брунди вино. ГЦ. Крем ГЦ. Ты что, я летала? Все, разролим.